В Одинцовском округе по инициативе Комитета по культуре администрации муниципалитета проходит ставший традиционным конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку». Творческие работы принимаются до 5 ноября во всех муниципальных библиотеках. И уже 15-17 ноября лучшие сказки будут размещены на сайте конкурса. А 20 ноября начнется прием художественных работ иллюстраторов к этим сказкам, который продлится до 15 января 2022 года.